Друзья, привет! Я Альбина, и я блогер. Сегодня мы посетим Красную площадь. Здание из красного кирпича – это исторический музей. Рекомендую для посещения. Заходим в главные ворота Александровского сада. Александровский сад был основан аж в 1812 году. Видите, впереди там могила неизвестному солдату и вечный огонь. 22 июня, в день начала войны, здесь всегда на смену заступает почетный караул. Если пройти вперед, то можно увидеть и Троицкие ворота, и мост, и башню, и Кремлевский дворец, и обелиск, посвященный семье Романовым. А летом какая красота! Здесь высаживают клумбы тюльпанов. При входе вот можно будет посмотреть вот такой план Александровского сада. А это вход в торговый центр «Охотный ряд». Здесь же и Манежная площадь, и метро «Охотный ряд». Все рядом. Вот впереди исторический музей, я его вам показывала. А это самый дорогой отель в Москве. 4 сезона. Прямо у Кремля. А сейчас мы держим путь на Красную площадь. Здесь буквально пройти 1-2 минуты. Красная площадь – это главная площадь Москвы, расположенная между Московским Кремлем и Китай-городом. На Красной площади расположены памятник Минину и Пожарскому, мавзолей Ленина, исторический музей, Казанский собор, Покровский собор. И весь этот архитектурный ансамбль находится под охраной ЮНЕСКО, как памятники всемирного наследия. Сейчас я вам покажу нулевую точку Москвы, от которой ведется отсчет всех расстояний автодорог в Москве. Здесь принято вставать вот так в середину, кидать монетку и загадывать желание. Ну вот мы на самой Красной площади, впереди ярко сияет, это ГУМ. Здесь развернули вот такие предновогодние лавочки. Вообще, издревле площадь служила местом торговли. Здесь были торговые ряды. В советское время здесь проводили парады, демонстрации, а сейчас здесь вот такая красота. Пройдемся, посмотрим, что предлагают нам российские торговцы. Здесь также проводят и культурные мероприятия, и концерты. Общая длина площади 330 метров. Так, что у нас здесь? Посуда из жели. Жель – это русская народная роспись в бело-голубой керамике. Бижутерия с русскими узорами. Там вот русские платки красивые. А вот оренбургский пуховый платок. Тульские пряники. Посмотрите, сколько их здесь. В 17 веке их начали изготавливать в Туле. Я пробовала тульский пряник с имбирем. Очень вкусный и полезный. Все тульские пряники покрыты глазурью сверху. И, как ни странно, держатся очень долго. Месяц, два, три. Лавка литейника. Какое разнообразие разных фигурок. Да, спасибо огромное. Огромное, преогромное человеческое большое. Да понятно, терминал денег еще съедает. Шапки меховые.
Вон шапки-ушанки, шерстяные носки, перчатки. Спасибо большое. Обратите внимание на брусчатку. Ее меняли. Сейчас она карельская. А ранее, в 1800 году, площадь была выложена крымской брусчаткой. Это вулканическая горная порода такая. Здесь впереди каток, который часто показывают по телевизору и в программе «Доброе утро». Здесь же их маленький офис есть, откуда они снимают эту телепередачу. Покажу вам позже. Впереди вы видите мавзолей Ленина. Представляете, да? Мавзолей Ленина и каток. Впереди собор Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому. Куранты. Вот так Красная площадь выглядела раньше. В XVI веке при Петре I торговые ряды убрали. Здесь зачитывались царские указы, проводили казни, проходили волнения и бунты. После переноса столицы в Санкт-Петербург при Екатерине II здесь вновь появились торговые ряды. А в 1909 году здесь еще был запущен трамвай. Каток. Вход платный. Вон здание Первого канала. Держу путь в ГУМ, государственный универсальный магазин. А здесь красота, здесь также продают пломбир советский. Вот на первом этаже покажу сейчас вам. Здесь огромное количество магазинов одежды, как брендовой, так и российской, парфюмерия, легендарная столовая номер 57, постараемся ее посетить сегодня. А также здесь можно сдать тест на коронавирус бесплатно. ГУМ был построен в 1893 году в русском стиле. На данный момент здание находится в аренде до 2059 года у компании «Боско».
На месте елки здесь летом находится фонтан. И многие назначают здесь встречу. Давай встретимся у фонтана. Обратите внимание на елки впереди, вдоль всего ГУМа. Это уже стало как традиция. Под каждый Новый год каждая компания, каждый бренд выставляет свою елку. Снизу можно прочесть название компании. Разнообразие елочных игрушек. Персонажи мультфильмов в виде игрушек елочных.
они из ваты сделаны? Год написан 1893. Кафе Пушкин. А сейчас я направляюсь в гастроном. Сколько шоколада, конфет. Я теряю контроль над собой. Икра красная, черная, заморская. Баклажаны нет. Цена у меня убила наповал. В общем, 1000 евро.
Здесь можно пройти бесплатное тестирование на ковид. Удобно, да? Гуляешь так, покупаешь брендовую одежду, кушаешь и заодно тест даешь. Захожу в легендарную столовую номер 57, которая работала и в советское время. Точно как в советское время. Помоги, товарищ, нам, убери посуду сам. Девиз столовой 57. Игрушки советские.
А это уже возле метро площади Ильича. Здесь вот видите, вот такой проход, мост. Кремль. Здесь Кремлевский зал, проходят концерты. Здесь я была. Внутри как в советское время. Вот. Мост, по нему поднимаешься и по пропуску заходишь по билетам. Это Александровский сад, до сих пор все это идет. Это экспо-выставка здания. Спросите вы, что я взлетела? Нет, я специально для вас встала на скамейку. Ну все, друзья, пока-пока. До новых встреч!